Юлия Куценко, она же мама Юля, заботится о российских военных, как о родных сыновьях. Она готовит и тушенку, и сухие борщи, и отправляет гуманитарную помощь. Ее знают и любят многие. И наши защитники решили порадовать заботливую землячку. Двое парней навестили маму Юлю, пришли с цветами. Объятия, слезы радости, неожиданная встреча и чувства, которые невозможно подделать. Загадочный мужчина в военной форме и балаклаве Александр только что с передовой. Он осиротел в 15 лет. Саша, будучи в местах сражения, однажды получил посылку от мамы Юли. Это были сапоги. Мама Юли узнала о парне от добровольцев. Далее – душевная переписка. А доброе слово, как известно, исцеляет и помогает жить, даже в самые страшные времена, уверен Александр. Что может писать мама сыну? Самые теплые слова поддержки. Самое теплое пожелание. Вы отвечаете сразу же, да? Ну, вот сразу же приехал. Сразу же приехал, да. Сразу же ответил, сразу же приехал. У Александра сейчас отпуск. Как только он вернулся в родной город, сразу же отправился навестить маму Юлю. Устроил эту встречу Максим Давыдов. Он возглавляет благотворительный фонд «Опора фронта». И скоординировал, и нашел адрес. Максим занимается бизнесом. Он владелец таксопарка. С началом спецоперации занялся благотворительностью. Позывной «Почтальон» известен в добровольческих кругах. Он один из первых начал доставлять письма на фронт. «Опора фронта» родилась осознанно. У меня у самого родной брат контрактник, и с начала спецоперации он уже как бы с первых дней спецоперации он был уже на территории Украины и находился там 8 месяцев. Ну, первая его командировка была 8 месяцев. А самое страшное для меня было, это когда он 67 дней не выходил на связь. Мама Юля и Максим плодотворно сотрудничают. Они вместе помогают военным. Ну вот Максиму огромное вообще спасибо. Это мега-человечище. Мы знаем с ним друг друга уже не первый день. Это вот тот самый человек, который... Вот мужик сказал, мужик сделал. Популярность мамы Юли не вызывает негатива у семьи. И супруг, и дети понимают, что миссия у мамы такая – заботиться о наших защитниках. У меня дочь очень гордится тем, что помогает. Ну, простите, плачу, простите, не могу слезы остановить. Нет, не ревнуют. Когда мальчишки пришли в нашу школу к младшему сыну, он с такой гордостью пожал им руку. Дочь помогает и банки крутить, и мясо режет, муж тоже видели. Нет, меня все поддерживают, никто не ревнует. Дома у Юлии сложены ингредиенты для сухих борщей, о которых мы писали ранее. Овощи привозят неравнодушные ульяновцы. Готовая тушенка ждет отправки, средства личной гигиены тоже. И самые трогательные послания скоро получат бойцы. Безусловно, наши мужчины на передовой рады вниманию. Особенно близко принимают к сердцу детские письма. Здравствуйте, дорогие солдаты. Меня зовут Марина. Я ученица 2-го Б-класса. Я желаю, чтобы вы вернулись с победой. Я верю в вас. Вот так душевно это выглядит. Чтобы связаться с Юлией Куценко и ее единомышленниками, надо найти группу под названием «Мама Юля» в Вайбер. В этом паблике можно ознакомиться с актуальной информацией и присоединиться к благородной миссии. Виктория Чиркова, Даниил Сурков. Улправда ТВ.